16 ноября в Кафедральном соборе Преображения Господня во время Святой Мессы выпускники курсов катехизаторов получили дипломы. Многие из вас, дорогие братья и сестры, когда-то заканчивали институт, университет, и вам вручали дипломы. Вспомните это время, и тогда легче войти в те чувства и переживания, которые переживают сегодня наши братья и сестры. Я еще раз поздравляю вас за завершением этой учебы. Это вторая школа за эти 23 года религиозной свободы в нашей епархии. Это второй раз мы выпустили катехизаторов. Получается диплом об окончании курса катехизаторов Байбурову Анатолию Андреевичу. Несколько лет слушатели курсов изучали такие дисциплины, как катехетика, история церкви, литургика, мариология, каноническое право, библеистика, сакраментология, педагогика и другие предметы. Первые все ожидания, какие плоды вы принесете в нашей церкви. Спасибо вам еще раз. Поздравляю. По вручению дипломов от выпускников прозвучали благодарственные слова в адрес руководства и преподавателей. Благодарим всех отцов за все это время, которые нас сопровождали, опекали и в исповеди, и в слове наставления. Веселой улыбкой, вниманием, вот заботой такой материнской вдохновляли, воспитывали. Большое вам спасибо. Мы дали вам икону, называется «Горний Иерусалим», к которому мы все стремимся прийти. И пусть все собранные на этом древе образы Девы Марии охраняют и вдохновляют вас. И покровительствуют во всех начинаниях. Спасибо вам, дорогая наша Светлана Наталья. Этот курс катехизаторов очень важен тем, что по епархии собираются активные люди, и их обучают нести Слово Божие другим людям. С женой ходили в колонию, к девушкам в колонию. Мы 20 лет проходили в колонию. Каждое воскресенье несли Слово Божие.